Хочешь развиваться, ищешь пассивный доход, покупай зарядную станцию в компании «Автоэнтерпрайз», ты инвестируешь $1000, при этом можешь заработать 100 и более долларов в месяц. Покупай зарядную станцию, выбирай классное место, а мы поможем тебе все настроить. Построй свою сеть зарядных станций и управляй с помощью смартфона с любой точки мира. Больше подробностей узнай по телефону или на сайте автоэнтерпрайз.com.ua. Удачи! У него тормоза, по-моему, горят, а вы перед ним так выскакиваете, жесть. Я не выскакиваю перед ним. Ну как не выскакиваешь? Ну ты еще и тормозишь машиной своей. Вы шо? Поэтому и едем, его останавливаем. Я ж тебе говорю... Ой, фу. Сейчас бы переехал бы вас и все. Смотри. Горят тормоза. Она вообще тормозит у вас? А? Тормозил вообще он? Даже чересчур. Просто не смущает этот запах? Колодка, наверное. Сейчас обезнуюсь. Так, с двух сторон. С двух сторон, да. Вас заклинило. Кто-то. Где тот? А так вообще он ехал или тормозил вообще? Нет, конечно. По ощущениям не чувствовали, что что-то не то? Я слышал, тянет. Вот я почувствовал, что тянет. И все, останавливаться начал. Жестяк. Смотри, оно пылает. Полиция у нас отважная, прям приусом тормозила так, что я думал, он да ладно, не затормозит. Не, ну вы так подрезали, я просто думал, а что, у вас красных нету, что ли, ламп этих фонарей? Не на всех. У вас красных нет? А, просто не совсем понятно было, что вы его останавливаете. Думал, вы его обогнать хотите или смотрите, что-то. У нас ПДД как написано? Если за вами едет синие маячки, не обязательно красные, там, вплоть до остановки. Что я должен сделать, если там говорить? Там сначала надо снизить скорость. Где? А ну пойдем ПДД читать. Где написано? Да, господи, а ну пойдем, почитаем. Что надо делать? Я расскажу, что надо делать. Синие маячки, мне как участнику дорожного движения, если вы едете, говорят только о том, что мне надо вам не препятствовать. Все. Снизить скорость. Мне тут где это снизить? Там есть. А ну пойдем даже почитаем. Даже колонна движется с синими. Ну колонна или что? Не, я вообще дальше. Когда вы едете с синими проблесковыми маячками, участнику дорожного движения это вообще ни к чему не обязывает. Ему надо просто вам не препятствовать движению. Все. Больше он вам ничего не должен. Уступать дорогу. Снизить скорость как минимум. Ну, уступать дорогу здесь, ну согласитесь, да, то есть вариантов не было ему уступить. Да я не за это, я вообще сейчас с водителем совсем с другой общаюсь. Не должен он ничего вам делать, типа, поэтому я и не понял, что вы с ним хотите сказать, обогнать или что вам надо было делать. Я думаю, если хотят остановить, что они его не это, красный не тормозят. Непонятно. Че? Ну, вы так говорите, красный. Вы не видели, как это красный? Нет, я говорю, что... Как я могу красный, да, включить? Нет, а откуда я знаю? Есть такие, которые что-то с красным, там, внутри, я же не знаю, что там. Синий, красный. А, ну ладно, вы такое чувствую, какой-то первый день с полицией. Ну, когда вы мне рассказываете о том, что синий проблесковый маячок обязывает меня остановиться, мне такое ощущение, что я первый раз. Скорость. Да нет такого, где проснизить скорость? Да ну блин, где? Я учился еще в автошколе. Где? Не сдрыхать. Где проснизить скорость? Ну есть же правила. Так откройте правила, ну, посмотрите. Есть же правила. В смысле нет правила? Синий проблесковый маячок, чтобы вы знали хоть что вообще водитель что должен это? Делать. Я учился, я это знаю. Я еще скажу, еще учился с... Фиг знаю, когда еще при ГАИ. Что такое синий снизит скорость, когда мы в потоке? Когда вы стоите на обочине это с проблесковым синим, тогда да. А и когда вы едете в потоке с синим проблесковым, никто вам ничего не обязан. Я как участник дорожного движения обязан вам не препятствовать, и все. Опять же, что такое не препятствовать? Ничего я не обязан. Синим проблесковым очком я ничего я вам не обязан. Вон, гори. Извиняюсь. Руки. Ну, бесконечно.
Так, на транспортні засоби, які рухаються у супроводженні колони, повинні бути виправлені. Понятно. Якщо на такому транспорті засобі виправлено пробитковий маячок синього і червоного або червоного кольору, водій інших транспорта зобов'язано зупинитися біля правого... Это ми проговоримо про колону. Про колону. Вони ж абзацами. Який може створювати йому перешкоду? Для руху зобов'язаний дати йому дорогу, правильно. Забезпечити перешкоди. Дальше даже есть еще... Секунду. Так там же написано красно-синий. Ні. У разі наближення транспортного засобу з вимкненим синім пропускним маячком та або спеціальним звуком та або в місті. Спеціальним звуком та або, так. Ілі без. Водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводженим транспортним засобом. На транспортний засоб, який рухається в супроводженні колоні, повинні бути не ближні світла фар. Якщо на такому транспорті засобі вимкнені проблискові маячки синього і червоного, але або лише червоного кольору, водій інших транспортних засобів зобов'язаний зупинитися біля проїжджої частини. Читаємо ще раз. Якщо на такому транспортному засобу увимкнені проблискові маячки синього і червоного, або лише червоного, де про синє вказано? Так. Вчиться? І про скорость где? Где про скорость написано? Это уже с разъяснением. Это с разъяснением. Где написано, что когда синий, надо сменить скоростной режим? Где написано? Как минимум беспрепятственное, мол, как выступать будет. Читаем еще раз. Еще раз. У разі наближення транспортного засобу з увимкненим синім проблисковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водій інших транспортних засобів, які можуть, секунду, створювати йому перешкоду для руху. Не понимаю, я хочу вам объяснить, что вы неправильно понимаете смысл синего маячка. Я объясняю, почему. Это важно знать вам, чтобы вы потом водители не обвиняли, что они что-то делают неправильно. Синий маячок... А ты обвинил кого-то хоть когда-нибудь? Но мы с вами в диалоге, вы как сотрудник полиции, мне заявили, что когда вы едете с синим проблесковым маячком, то водитель должен, да, снизить скорость. А я вам говорю, что не должен, и объясняю, почему. Сколько? Он не должен, в принципе, ничего делать, если он вам не препятствует. Вообще ничего делать. Ему, русским говоря, языком, насрать на ваши синие маячки, потому что они его ни к чему не обязывают. Вот что я вам хочу дать понять. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Вы говорили, я еще учился при ГАИ. Так вот, хреново вы учились, потому что вы не знаете. Я вам объяснил, на вас... В смысле спорного? Ну вот, вы сами мне нашли раздел. Ну, читайте, что спорного? Написано же правильно. Что? О том, что когда включен синий проблесковый маячок, водитель ничего не должен, кроме того, чтобы вам не препятствовать. Мы рассматривали данный конкретный это случай. Это ваше мнение, что он ничего прям не должен, должен как-то так, посадить. Хорошо, секунду. А я говорю, что он должен как что минимум должен? Снизить скорость, потому что он будет мешать, если сзади него машина с маячком, не может его ни опередить, ни обогнать. В смысле? Я не понял, что значит мешать? Он как... Где, хорошо, где написано, что он должен снизить скорость? Почему не ускориться? К примеру, чтобы ехать быстрее. Почему? Что такое ответ? Потому что это блондинки. Он едет 40. Не, ну вы спросили, почему? Нет, он едет 40. Вот такой пример. Он едет 40 на дороге, где можно ехать 50. Вы едете за ним синим проблесковым маячком. По вашей логике, он должен снизить скорость, чтобы дать вам возможность его обогнать. Почему он не может ускориться, скажем, до 50, что правилами разрешено? Для того, чтобы быстрее проехать этот участок дороги, чтобы вас пропустить дальше. Где? Потому что почему-то... так не сделает, скажем так, как по обратному правилу написано. Что написано? Что он должен уступить, да, дорогу беспрепятственно. Так где уступить слово? Беспрепятственно дать возможность проехать. Правильно, он этим самым дает вам быстрее проехать. Где, почему ваш... Он просто как ехал спереди, так и остается спереди. Правильно, он ускоряется для того, чтобы впереди, к примеру, развилка он вас пропустила. Он может так ускоряться до 110 и говорить, слушайте, я же хотел быстрее. Такие люди, вот такие демагоги, которые трактуют правила как в свою вот сторону, причем не основываясь ни о чем, не основываясь ни на чем. В принципе, по моему мнению, не должны работать в полиции, потому что почему? Вы дундук. Я вам объясняю по-русски, почему нет. Вашими же правилами показываю руководствуюсь, а вы мне на белое говорите черное. Учите матчасть, учите, развивайтесь, потому что вы очень далеки, на самом деле, отсюда. Вам эти синие маячки дают только право отступать от правил дорожного движения. Это да. Нам, как участникам дорожного движения, синие маячки просто информируют нас о том, что едут люди, которые не знают ПДД. Все. Больше они нам ничего не говорят. Какой читать? 3.6? Это если вы стоите на обочине. Через обеду все пишете? Нет. Это да. Если вы... Хорошо. Наближающийся до верхового транспорта. Засобом с высокими проблесковыми маячками синего кольору, да, специальным звуковым сигналом, або без него, специальным звуковым сигналом, что стоит на узбичье,
біля проїзної частини або на проїзної частині води повинен знизити швидкість до 40. А чому так говорить? Вот сейчас вот я вам объясняю, чтобы вас, до вас дошло. Вот вы стоите, у вас синий пропусковой маячок на обочине. Все, секунду, я закончу мысль. Все, кто проезжает вот здесь, они должны снизить скорость до 40 км. Все. Все. Если вы... Где не только? Где это не только? Покажите мне четко. Это разве подонят, да, останавливается, правильно? Конечно. Конечно. Мы сейчас говорим, вы в движении. Вы поняли, о чем? Вы в движении с синим маячком. Где написано, что кто-то должен снизить скорость? Когда вы стоите вот так, а ты покажи, пожалуйста, дальше, вот вы стоите на обочине, вот синие маячки, вот участники дорожного движения проезжают, вот они должны снизить скорость до 40 км, и дальше, после того, как проезжает ваш автомобиль, разгоняться до 50, до разрешенной. Когда вы едете в движение, включаете синий маячок, никто никому ничего вам не должен вообще. То есть нельзя специально вам препятствовать, к примеру, привел пример, две полосы, левый ряд, я еду в левом, вы в левом за мной, вы едете синими маячками, а я вправо не принимаю и вас не пропускаю. Вот это делать нельзя. Все, но снижать скорость я не должен. Вправо должен уйти, вам дать дорогу пропустить. Ясно? Не сдали. Черт. Учите право дорожного движения, а ваш руководство посмотрит это видео, я надеюсь, что он обратит... Нет, понятно, я надеюсь, что он обратит внимание на это и вам подарит ПДД еще одну, чтобы вы на ночь как на 100 минут не пропускали. Почитали. Отчасти учите. Все. Не нарушайте. Ну, не знаю, не тупите. Не сможете, да? Ну ладно. Не тупить не сможете. Осторожно.